не совсем правильно мифом назвать, это просто народная, такой, как у украинцев, прекас, такой легенда, да. Действительно, такая существует, и объясняют название вот этой вот народной, этой скалы, вот объясняют именно этим фактом. Ну, на самом деле, это тоже очень просто все немножко развенчать, потому что, ну, во-первых, как мы уже говорили, сечи не было на форте. А легенда связывается, что именно она приехала на Хортицу, на Сичи, ее не пустили на Хортицу, она вот рядышком с Хортицей на скале обосновалась. Ну, а второй, конечно, факт, что, ну, кто историю учил, они помнят, что царица Екатерина, да, разрушила последнюю вот Сичь Запорожскую, разрушила в 1775 году. А царица Екатерина вот путешествовала у нас в наших краях, она действительно здесь была, но уже позже. То есть, ну... Не могла она встретить здесь вот ни сечь, ни казаков. Ну, казаков могла, да, каких-то, которые остались. А вот сечь она здесь не могла встретить.